Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с вами Тимоха Домино. Всем здорово. Сегодня будет обзор на Тимохину малышку, любимицу, жену. Блять, конечно. Да, короче, Range Rover Evoque в полном тюнинге. Рассказывай, сколько ты купил, сколько вложил бабок в него. Короче, это новая машина с ГОСТом 2 ляма. Максимальная скорость была без чипа. Точнее, с первым чипом 127-126 километров. По чипам, по всему, ну, короче, 3,5 миллиона в общем машина обошлась. Короче, 1,5 ляма где-то я в нее кинул. Чипы, плюс диски, плюс азот, плюс гидравлика, вот это все. Можно делать Арандон Донкос. Да можно вообще. Кстати, когда вот машина ломается, вот ты стоишь где-то с горочки, начинаешь вот гидравликой прыгать, и машина спускается. Да? Да. Вот остановись полностью, опусти гидрач. Опустил. Остановись. И теперь вперед нажимай вот эту, поднять гидравлику. Быстро нажимай кнопку вперед. Ну, так не едет на мне. Подожди, оно у тебя поднято или опущено? Опущено. Да? Ну ладно. То с горочки надо вот это. Кстати, или жопу, или вперед. На двоечку можно прыгать. Ну да. Вот так вот едешь, такой оп-оп. Да вообще. На чипе, наверное, жестко будет. Да, да. И она же, кстати, ты видел УАЗик поехал? Да. Академик, наверное, снимает серию новую. Ты задолбал. Пацаны, что здесь можно валить? Делать это валить боком, это жестко причем. Только на поднятой гидравлике, на опущенной, это жопа. На поднятой? Я на опущенной дохтил. На поднятой она намного лучше управляется. А, кстати, да. Ну просто много столбов, пацаны. Очень проблема. Прямо-прямо надо было ехать через поля. Тихо-тихо. Сука, ты что ты... Смотри, еще твой стороной меня выебался. Ты аккуратнее, в аэропорт, короче. Всю машину врубишь. Ну, короче, сколько ты, в общем, за нее дал? С тюнингом, со всем? Со всем, плюс всем, вот так? Да. 3,5 миллиона, получается. Ну, за эти бабки можно было купить SLS. Что еще можно было купить? Даже не знаю. Что-то можно было, короче, еще купить. Ну, можно. Крузак можно было купить там. Я, ну, они, она своих бабок стоит? Конечно. Во-первых, понимаешь, что нет ни одной еще такой тачки на сервере, я уверен. Эвока вообще мало, это еще на фулл тюнинге. Да. Давайте на вообще... глянем с нитросиком. Максималка 140, ты говорил? Я не помню точно. Так, видите, тачка такая быстрая, что даже, видите, не хватает полосы, чтобы разогнаться. Выйди на трассу где-то, попробуй разогнаться. Если бы мы могли сюда выехать, конечно. Это ж тебе не СВА. Так, тогда морду опускаем, жопой заезжаем. О, так в натуре работает. Только чуть застрял. Ну он тяжеленький такой, да? Да он тяжелый, не тяжеленький, а тяжелый. Да его проблема это вес. Если бы он был полегче, у него проблем с управлением не было. Ну да. Не, ну, если бы это был бэха... спорт, это было бы вообще по-старому, если. Ну она по весу такая, как бэх моя. По сравнению. Но дрифтит она намного легче за счет полноприводна. Оп. Сейчас едем починимся, десы. Я же думал, это эта тачка бешеная. А вы говорили, что моя бэка бешеная, ага. Хер там плавал. Кстати, тачки где-то неделя, я даже на нее номера еще не получил. Кстати, пробег довольно-таки маленький для тебя. Да. 196 километров, вообще ни о чем. Да я же говорю, она в основном стоит так. Оп. Так, чё? Давайте починимся. Ну а что лучше, какой... СВА или... Эта тачка. Это намного лучше. У нас проблемка, ты должен за рулем быть, чтобы починить тачку. Нельзя чужую тачку чинить. Серьезно? Да. Давай. Сейчас тебе дам деньги. Да.
Садись, я тебя тут подожду. Давай. СВА, одно преимущество, это в полной при... Ой, полной при... 4 места, и все. Ну... Ну да, а так, этот едет быстрее. Ну, как по мне, Вух, это... Знаешь... Вот СВА такая элегантная вся такая тачка. А это чисто пацанская такая машинка. На которой можно погонять. Если бы, я же говорю, это был спорт, как раньше, это вообще была такая пушка. Да, спорт мне тоже больше нравился. Даже многие не знают, у меня тоже был Range Rover Sport, но я потом продал его. Вроде бы да. Вот, ты его, господи, съел. Да. Он еще тогда сколько, 750 тысяч, по-моему, стоил. Да, 750 тысяч. Эх, вот это было кайф вообще. Ну, серьезно, ну, блин, Evoque не такой красивый, как спорт. Да, понятное дело, что ты сравнишь. Вот расскажи, почему и добавляют спорт, ты же знаешь, что спорт именно добавляют. Ну так они же рассказывали, типа, стандартная машина двухместная, а спорт четырехместный. Получается, что люди, у которых нет модпака, видят, что в двухместной машине ездит 4 человека, и те, кто назад садится, их крашит. Ну, во-первых, не крашит, потому что мы ездили на четырехдверном рендже вчетвером, и ничего не крашило никого. Короче, бля, им просто было лень, наверное, ставить его, или искать, или еще что, я не знаю. Они решили оставить этот, короче. Тем более, вот спорт, по-моему, даже больше года был на сервере, и никто не жаловался на него. Да. Кстати, они его вот решили вернуть, ну, точнее, не вернуть, а добавить Evoque. Могли бы хотя бы, знаешь, это поставить, SVR. Да, ты что, SVR, это было такая пушка. В натуре, если они, типа, вот SVA давали, добавьте вместо вот этого SVR Evoque. И всё. Да, блядь. Ну, блядь, это надувенная машина, блядь. Ну и чё? Не крашит, блин, ну, пусть качают модпаки, чё вы скажете. В натуре. Чё, а смысл без мопак играть, я не знаю, вообще. Ездить на стандартных машинах. Ну тут сейчас выйти по прямику в жахни, посмотри максимальную скорость. Давай. Ну короче, он мустангом стоки делает. То есть если мустанг будет с одним чипом, то можно с мустангом гоняться вообще. Не, ну я вот уверен, кто сделает с места вообще всех, в принципе. Это этот Фанкинг, он разумный. Ну вот, пацанда, максималка 142, вот. 142, 141, да, ну можешь вот так свернуть и направо на горку, вообще изи. Не, ну мы не будем попалять. Конечно, вес его, да, плохое преимущество. Тем более он маленький. Это если бы СВА весил столько, то было похер, а он поменьше такой, то ему сложновато с этим. Ну, чуваки, вот, что можно за такие 2 ляма? Можешь по проводу тут проехаться, даже попробовать. Даже вот, смотри, 2 ляма. Можно за 2.5 купить Land Rover, Lexus сейчас 5 лямов стоит, ну можно зайти за лям, там, за лям, за 2 ляма, там например. Ну, блин, двухместного джипа нету, ну кроме Санкинга, Санкинг там 3.5 миллиона, по-моему, стоит. Ну, Нива, УАЗик-то такое. Не, ну именно из иномарок, я имею в виду. А, ну да. Нету. Конечно, ну да, для любителя вот не очень он прям красивый, конечно, но... Тоже что-то в нем такое есть. Ну блин, это и не прям такая отвратительная тачка. То есть, когда Паджерик был, он тоже не пользовался спросом. Не, ну да. Кстати, он бизнес продает за 5 лямов. Какой бизнес? 24 на 7. Наверное, точно на станции. Ну блин, фары у него прикольные задние такие. Ну, оптика да, неплохая. Да, вот сзади на Спарта просто похож вот этого нового. Ух ты ж, ёпты, блядь. Колёса в другую сторону выворачивай. Да не ссы. За что не ссы, блядь? Всего одно хп снесло, рассказываешь. Вот так. Тут разгоняйся, бери левее, потом резко направо. Можно было и так, конечно, ну ладно. Мы еще не выехали. Поднимай гидру, тут вода. Так я поднял. Вот видите, баг в том, что... Он не видит, когда я поднимаю, либо опускаю гидравлику. Да. Не, ну гидравлика вот меня... на этой тачке нужна. Вот, да. Понимаете, вот, да, вы там говорите, ой, гелик там, ну гелик, сука, стоит 5 лямов, понимаете? Блядь? Ну да, блядь. И что там еще из-за 5 лямов, блин? СВА. X5M есть. Ну, блядь. У него, по-моему, полный привод тоже, да. Да. Ну, блин. Ну, тоже 5 лямов стоит. Нет, стоп, он 3 стоит. 3 стоит. Ну, все равно разница на лям, пацаны, ну такое. Да, их мало на сервере, они не очень актуальны, по сути, как бы, но все же. Тачка прикольная. Конечно, я себе бы не купил такую, потому что, ну, не мое это. У меня джипа вообще мало было. Ну, Range Rover именно. А, за Range?
Да, не, спорт бы я взял, честно говоря. Вот Эвок мне не очень так. А спорт это, конечно, даже старый, я не говорю за новый, даже старый. Не, ну да. Сейчас можно здесь жарить по прямой. Так, опускаем. У меня вот когда у тебя опущено, у меня сейчас она поднята. А, ну, блин. Бывает. И ну, блин, по кайфу машина. Все, блин. Навосанах. Ну, у меня на навосанах, хотя модпак же новый стоит. У меня, да. У меня тут тоже красивые такие диски. Не, ну он прикольно, знаешь, если вдвоем вот так вот брать, короче, вечером покататься, понаваливать, то есть тебя не догонит стоковый этот Бустан, стоковый Лексус, даже чиповый Лексус тебя не догонит. Гелик тебя не обгонит, СВА тебя не обгонит. Никто, кроме Сандкинга, не обгонит этот внедорожник. По-моему, еще X5 Крузак может. Может так ехать, X5 еще. Так же само, но не быстрее. Не, так же само, по сути. Ну да. Ну так они же стоят дороже. Ну... Тот на 500 тысяч, а тот на лям. Получается. Да, тут на 500 тысяч, а тот на лям. Не, ну, в принципе, крузак, да, симпатичный тоже, но... Смотрите, не то, что даже вот вы купите себе тачку, да, салона, а еще бабочки надо вложить, а? Это уже дороже выходит намного. Да, вот вы можете просто не покупая крузак за 500 тысяч, за 2,5 ляма, а купить Range Rover и кинуть у него 500 тысяч на тюнинг, и будет он уже превосходить крузак во многом. То ну, есть это. Да. На гелик, блядь, купи гелик, ложить еще 2 ляма в него, блядь. Да нахуй ну надо, пацаны. Да-да. Шагоните. Ну даже тот X5 тоже, он выйдет как гелик X5. Ну вот это самый оптимальный вариант. Если вы любите джипы там. Кроссоверы там лучше, более-менее. Да. Тем более, ну эта тачка, ну максимум их 3 на сервере, наверное, максимум. Я не говорю там за машины госфракции, я имею в виду именно владельцев. Их мало очень. Ну все равно что-то в ней есть. Какая-то ну, она да. Такая интересная. И валящая, и боком едет. То есть крузак боком не едет вообще. Это такая драйвовая, короче, чисто. Ну да, понимаете, такая. Вы можете так по трассе гонять, можете выехать на оффроуд, можете поехать на трассу и давать боком. Вот, как-то так. Да, он универсальный, вот. Хотите погонять, гоняйте. Хотите на оффроуд, гоняйте на оффроуде. Хотите подрифтить там с чуваками, берите и дрифтите там. Он крепкий, кстати, он не слабый, после ДТП он выживает. Он устойчивый, он не ватный, как гелик, он не переворачивается так. То есть, ну, плюсов у него много на самом деле, и он очень универсальный. Единственный его минус, это то, что у него он трехдверный. Был бы он пятидверный, это была бы совсем ну, другая это... история. А ну сейчас первый цап попробую включить. Ну я знаю, что тут салон не прорисованный, но... Ну да. Я, кстати, блин, ездить вообще по кайфу, я вам скажу. Вот именно посадка нормальная такая. Он, кстати, места в нем очень много. В середине именно. Для первых пассажиров, для передних. И ковши ну, такие да. Стоят, типа. Не, кстати, да, слушай, я давно в нем не ездил, то вообще очень даже просторно так везде. Вообще не, кайф. Ну, первого лица, кстати, вообще, ну... Сейчас не знаю, как на скорости надо будет ускориться. А как вот будто так в натуре вот... в машине сидишь, да. Так четко все. Ну, руль, конечно, ну, рука на руле не очень лежит, но... Ну, как будто на сигнале, да. Да. Ну, а так вообще неплохо. Очень даже. Ну, вот сиденье немного прям... мешает заднее, чтобы сдавать назад. Назад посмотреть, да? Да. Да так. И заднее стекло, конечно. Не, ну, блин. Понимаете, она быстрая, вы не будете назад смотреть. Ну, разве что посмотреть, как будто бы там обогнали. Кого? Да-да-да-да. А так вы не будете. Вот, сейчас ускоряюсь, я... Можно так подпрыгнуть. Оп. Оп. И все. Я, кстати, на скорости камера тоже нормально стоит. Я уже считаю деньги за капиталку. Ну-ну-ну, продолжай. За капиталку. Говорю, вот от первого лица, когда даже ускоряешься, нормально все. Вообще кайф. Ну да, минус все, что она двухдверная, потому что все привыкли ездить там... Блять, четвером, троем и так далее. Не, ну так. Вот, смотри, я на них прям максималку ускоряюсь, камера вообще не искажается. Да-да-да. Вот если там у вас есть еще одна тачка пятидверная, то можете брать этот как запасной, например. Ну да, эта тачка можно купить как вторую машину. Ебать, ты боком раздаешь. Да? Да. Я просто от первого лица не вижу. Ебать, не очко у вас первого лица это делает. А мне, думаешь, не очко? Мне больше сыкать нечем тебе, ты-то хоть управляешь ей. Да-да-да.
Не, ну пацаны, от первого лица вообще дрифтит на ней один кайф. Я вообще даже не чувствую, как на ней дрифтишь. Ну да, это и минус, потому что можешь разъебаться легко. Но так, в принципе. Сука, блядь, чё так близко дерево? А, всё нормально. Ебать. Сука, деревья, блядь. Я почувствовал. Так, надо завестись. Я не вижу, там есть кто-то впереди? Я тоже не вижу, сильно высоко. Да не, пыли меня, не запыли. У тебя еще бита такая сзади. Короче, чуваки, уже видос затянулся. Тачка хорошая, можете брать. Фановая такая. Тимоха не продастся еще, я думаю, заранее скажем. Да-да-да. Вложено в нее хорошие бабки. Ну, этого стоит, пацаны. Реально, вот так вечерком выйти, покататься вообще по кайфу. Просто. Да мы еще академика чуть не сбили. Да. Ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Тимохин канал, я ссылочку оставлю в описании. Ну и пишите, как вам Range Rover, взяли бы себе такое. Кстати, сейчас тебя перебью. Я же еще не снимал на основной канал, поэтому это можете считать эксклюзив на канале Кирилла, на моем канале выйдет ну чуть да, попозже, там более будет более детальный обзор. Подробнее, уже. Да, потому что я, ну я BMW вот, понимаете, в чем проблема. Короче, всем пока-пока. Okay. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from